Не надо нам навязывать чуждые ценности. Вы свои разрушили. Посмотрим, чем это все закончится. Но однозначно печально, потому что это Содом, по-другому не скажешь. И Соединенные Штаты Америки стали центром этого Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут. Со своими ценностями. Сегодня мы рассматриваем закон в третьем чтении о защите наших детей от информации по ЛГБТ. Депутатом Государственной Думы обратился Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, с просьбой снять этот закон с рассмотрения. Депутаты единогласно этот законопроект приняли. Из него проголосовали в третьем чтении.